У Гомельской области идет другой этап будовництва социального жилья с технико-экономичной допомогой Китая. И он включает узведение 6 жилых домов у разных районах. Их увод прогнозуют у конца года, поведомили в областном комитете по архитектуре и будовництве. Нагадаем, первый этап завершился в минулом годе. Тогда у новые домы заселились в первую чергу дети-сироты и малозабеспеченные громадяне.